18 октября в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка семейных святынь российских монархов, вельмож и государственных деятелей «Тебе, Небесному Царю». Эти украшения в свое время были пожертвованы церкви. Иконы, драгоценная посуда, красивейшие ювелирные украшения и другие предметы. Всего 175 экспонатов, созданных лучшими мастерами конца XIV – начала XX веков. Среди экспонатов – икона Богоматери Знамение в драгоценном окладе из Архангельского собора Кремля. Вероятно, молельный образ царя Михаила Федоровича. И панагия, принадлежавшая выдающемуся церковному деятелю, митрополиту Московскому и Коломенскому Платону Левшину. Специально для Челябинской выставки ряд предметов реставрируется. Многие из них ранее никогда не покидали музейных хранилищ. Выставка заинтересует всех, кто неравнодушен к истории русского церковного благочестия. Адрес: Челябинск, улица Труда, 100.